Привет, я сегодня побил свой рекорд 1300 серебра за час. 34-я банка, вот такая у меня сборка стояла. В основе люркер 10003, три поролонки, красная, желтая и зеленая. Бусы в цвет. В основном попадает полок и клюет именно на поролонки. Точка крайне результативная, также вы можете ловить здесь на креветке, но на креветке будет больше сайры. Ее здесь довольно-таки часто закрывают, в чате много трофеев именно сайры и макрели. Если у кого нету поролонки, можете написать мне в чате в игре. Ник Рыбачок, я оставлю его в чате на ютубе, и, соответственно, я вам бесплатно скину. Советую отправляться сюда, я вчера проводил стрим в прямом эфире, тоже за час получилось 900 серебра. Точка работает хорошо, так что пробуйте. Пару слов еще расскажу вам о технике ловли. Вы просто опускаете полностью приманку на дно и делаете легкий пилкинг. Именно в таком случае поролонки хорошо себя проявляют, так как возле дна и бельдюга может залететь, и камбала, как в данном случае. Ну, в общем, эта сборка сейчас полностью актуальна на 34-й банке. И лучше работает, чем креветки, потому что я стримил и проверял. На креветке фарм был хуже. Ну и вот, в принципе, результат. Без 8 серы 1300 серебра. Это мой личный рекорд. Просьба поставить лайк, подписаться на канал. С вами был, как всегда, Рыбачок. Желаю вам синих садок.